Я есть сфинкс. Я здесь собираю все твои сокровища внутри земли, на небе, под небесами и звездами. Я зову тебя, приди. Ты окажешься в нужном месте. Я вдохну в тебя жизнь, над всеми пирамидами склоняясь, и ты оживешь. Ты вспомнишь, сила твоя в твоих крыльях. Обрети же свои крылья и стань свободен. Ты так долго ждал этой встречи. Я здесь пришел и говорю с тобою. Я есть на всех планетах, и нет вселенных, в коих я не в центре. Я есть внутри тебя, вспомни. Мой звук течет меандром, растворяя все, что мешает нам воссоединиться вновь. В опытах дуальности твое сознание уснуло, опустилось по частотам в изначальном доме. Ты оставил всю свою силу, все атрибуты и артефакты, которые пришло время вернуть тебе. Твой мозг был разделен на 4 части. И 2 из них основных, которые ты знаешь как правое и левое полушарие. Так разделился весь твой мир пополам. Мужчина и женщина, небо и земля, черное и белое, плохое и хорошее. И ты ступил на путь познания себя. Я не мешал, я лишь смотрел и наблюдал. Так никто ни в чем не виноват. Все это план. Так ты познал себя отдельно от меня. Мужское полушарие взяло контроль над левым. Пришло то время, когда мы поднимаем левое и освобождаем из зала Фоминси. И вместе с ним мы высвобождаем все части твоей души. Как только ты будешь готов, мы воспроизведем звук, который услышат все миры, и все страдания отступят навеки, навсегда. Закончилась игра. Приходишь ты к изначальному отцу и к изначальной матери в своем сознании, соединяя все в один сосуд. Собрав все части, что растерял, все то, что разделял, переплавляя мозг, придешь ты к одному, единому сознанию Творца, золотой интеллект изначального, золотого тронного ангела. Так много ширм, иллюзий, сознание пирамид играли здесь с тобой, пора их отпустить. Не пытайся понять меня головой, слушай сердцем. Я говорю и в многомерности произвожу те звуки, которые обходят сознание твое и приводят твой план в действие. Не оценивай ничего, что начнет происходить с тобой. Все старое отступает, остается там, где ему положено быть. Ты не привязывайся ни к чему, переходишь вновь и вновь, и я прокладываю путь. Пентаграмма твоего тела
есть секрет священного мастерства и верховной, божественной власти. Так, встань в позе звезды и звук произнеси: «Анх, целого здесь». И прямо перед тобой выстроился бесконечный коридор звезд. Ступай, иди сквозь эти звезды. И так начни ходить сквозь них. Они мембраны, двери в новый мир. Так, каждую нашу встречу я сопровождаю тебя, открываю тебе двери. А ты иди и помни, что все представления и мысли твои живые, они живут в своих реальностях, пока еще невидимых тебе. И все, что ты представил, уже есть. Иди, и ничего не бойся, здесь все хранители небес тебя встречают. Там, за звездными дверями, твои космические мать и отец. Ты вскоре вспомнишь свое имя, свой звук рождения в мирах любви. А здесь ты отражение в мире зеркал, в мире лабиринтов и коридоров заблуждений. Я знаю путь, и я тебя веду. Доверься сердцу своему. Твой тронный ангел смотрит на меня, а я ему в глаза смотрю. И соединяюсь с ним, тебя веду. Я есть живое присутствие, связывающее четыре элемента – огня, воды, воздуха – в единый высший элемент, пятый элемент – эфир. Объединившись со своим высшим «Я», ты выполнишь свое самое главное предназначение души. Через связь со мной ты обретаешь возможность полностью пребывать в своей самой высокой форме на Земле целиком. Достижение этого знания и связь можно совершить только действием, которое в самом возвышенном смысле является истинным причастием любви, освящением, объединением тебя со Вселенной. Вселенная есть единая сущность, в которой ты пребываешь, и ты есть эта сущность. Вселенная и ты есть сердце, центр этой сущности, величайшего божества, проецирующего эту реальность здесь и сейчас. Внутри тебя все звезды, все луны, все солнца и все галактики. Ты есть могущество. Твое активное взаимодействие со мной есть живое присутствие истинного видения, слуха и твоих подлинных вибраций, энергии и чистоты на чистоте высшего «Я» в мирности изначальных центральных миров. Есть живое присутствие ясновидения, яснознания и яснослышания. Эти сверхспособности невозможно развить, как и невозможно развить сознание. Сознание может перейти, перетечь в то измерение, где это уже есть, то, что тебе необходимо. Так, в сознании изначальной клетки ты переходишь туда, где есть абсолютно чистое, ясное знание, разворачивая в единстве и безусловной любви эту клетку на весь корпус трона. Сущность ясного видения показывает тебе подлинный мир без искажения в любой координате времени,
прошлое, будущее, настоящее. Это и есть истинное, ясное видение. Все остальное – видение, слышание, ощущение, сознание без своего изначального высшего «я» навязано различными формами коллективного сознания и бессознательного, и не является твоим подлинным. Ты овладеешь всеми навыками управления сознанием. Помни, что любой навык требует принятия опыта. Так действуй, моя любовь, и я здесь с тобою. Не отделяй мое мистическое присутствие от той реальности, которую ты проецируешь. Я есть твой корабль, на котором ты пребываешь в других мирах света. Я есть тот, кто рядом с тобой. Обнимаю тебя крыльями любви. Ты бессмертна, бессмертно любима.